Політолог Валерій Піонковський заявив, що верхівка Росії готова ліквідувати Путіна у разі спротиву. Завтра прийдуть нам бандити і грабителі. Мене вб'ють. Зараз залишається зрозуміти, хто саме це зробить. Я пропоную дуже уважно читати про перемовини Грема, які опубліковано в газеті Moscow Times. Там є дві дуже цікаві частини. Перша частина – та зрада Сполучених Штатів, що вони пропонують. Грем приїхав з пропозицією, що Крим природно залишається у Росії, а в чотирьох так званих республіках, які прийняли частиною Росії за Конституцією, проводяться нові референдуми, на яких люди виступають. Словом, капітуляція. А друга частина він описує, як відреагували його співрозмовники. Він прямо каже: «Я сидів навпроти найвищих путінських чиновників і радників, і вони мені казали дивні речі, що так, ми розуміємо, що війна була помилкою, і ми згодні на ваш план. Але Путін на це не погоджується». Розумієте? Ці та інші сигнали промовляють про те, що у Путіна різко змінились засади після заколоту Пригожина, який вважають невдалим. Піонковський додав, що насправді бунт був вдалим, адже він показав слабість президента Ерефії і показав приреченість війни. Во-первых, относительно визита китайского министра, надо понимать, что давно идет диктатор Лукашенко, давно ведет игру с Китаем как бы за спиной Путина. Но он понимает, что целью Путина вообще всей российской элиты было в течение там, 20 лет превратить его в Минского секретаря обкома. Он этому отчаянно сопротивлялся и нашел такого союзника в лице Китая. Китай рассматривает территорию Белоруссии, в принципе, как замечательный такой хаб своего проникновения, прежде всего, экономического в Европу. Поэтому в какой-то степени Китай играет роль гаранта суверенного существования Лукашенко по отношению к Путину. А что касается возможности агрессии против государств НАТО, ну, это... В холодном поту Путин думает, и российский генеральный штаб о возможности войны с НАТО. Давайте посмотрим, все-таки одна украинская армия, более-менее так, но не так, как нам хотелось бы, снабжаемая украинским оружием, ну, скажем так, на равных сражается, как минимум, со второй армией. Представьте себе, ну, хотя бы еще потенциал одной Польши представить. Предположим, что завтра против России воюют вооруженные силы и Польши, и Украины. А этого, что ли, добиваться России? Поэтому это сплошной шантаж. Но этот шантаж может очень кончиться плохо для Путина, потому что поляки к нему готовы, и они готовы поднимать ставки. В сентябре наверняка начнется любимое упражнение Лукашенко и Путина – забрасывать иммигрантов. А под видом иммигрантов кто угодно. На этот раз поляки будут отвечать более решительно. Ну, просто будут уничтожать любых людей, пересекающих границу. И если последует какая-то эскалация, то поляки готовы повышать ставки и вводить свои вооруженные силы. Считается и в их действиях, и в заявлениях их руководителей. Доходять доволі дивні сигнали, вони регулярно спростовуються. От пару днів тому ми в Україні переживали надзвичайно болісно, зле, не до кінця вірно поінтерпретовану заяву, яка була опублікована в норвезькій газеті. Так надійшло величезне спростування з боку НАТО, що не буде обміну вступу в НАТО України, так, в обмін на наші суверенні території, захоплені путінськими фашистами. Ви знаєте, я был не то что поражен, я понимал, что почему это происходит, но впечатлен, так скажем, мгновенной реакцией НАТО на всех уровнях, отрицание вот этого неудачного высказывания норвежского чиновника. Оно было интерпретировано заголовками в норвежской прессе обменять территорию на НАТО. Ну, то дружное оправдание. Жовта пресса это называется. Но важно вот уровень отрицания и опровержения. Потому что в Украине уже появились версии сразу, что это не случайная оговорка, случайный чиновник, это политика НАТО специально тестирует. Ну, вам что, нужно все
до Кирби, спокесмена Совета по национальной безопасности, все решительно образом. А почему это происходит? Это изменилась общая атмосфера в Вашингтоне. Переговоры схватили за руку вот эту группу Бернса и Селливана, схватили за руку какие-то замечательные, как я уже назвал их, украинские штирлицы, которые добыли и опубликовали протоколы переговоров. Переговоров second track, так называемых переговоров Тома Грэма с российским ближайшими советниками Путина в Москве, скандальных переговоров, и теперь тоже Салливан и Бернс вынуждены каждый день заявлять, мы не имеем никакого отношения к миссии Рэма. Ну, то же самое, что в знаменитом фильме «17 мгновений весны». Помните, эта история, когда в чем был подвиг этого советского Штирлица? Что он сорвал переговоры Соединенных Штатов с гитлеровским рейхом. Коли генерал СС Вольф довго і нудно вилизував язиком американські чоботи, просячи «допоможіть нам гарно здатись». От простою мовою. Це відбувалося у Швейцарії. До речі, генерал СС Вольф, він пережив дуже багатьох і помер наприкінці 70-х років, чи у 80-х навіть. Він навіть був дуже доволен виконанням своєї ролі актером Лановим і посилав йому там якісь подарки по цьому поводу. Ну, а тут те ж саме. 27-го в Москву Таймс були опубліковані ці протоколи современных Вольфа и Даллеса. Роль Даллеса играл Грэм, как посланник Селливана. Ну, а у русских-то был повыше уровень переговоров генерал Вольф. Первую встречу Грэм провел с Лавровым в Нью-Йорке 24 апреля. Помните, когда Лавров, позорный день для Организации Объединенных Наций, когда Лавров приехал попредседательствовать на военный преступник на заседании Совета Безопасности. В тот же день, когда это было опубликовано, Салливан резко вынужден был опровергать, ничего не знаем, ничего, наш принцип, ничего в Украине без Украины. Они это теперь повторяют каждый день. Более того, поэтому не случайно вот эта реакция на неудачную формулу, предложенную норвежским чиновником НАТО. Более того, изменилась тональность прессы. Вот это очень важно для наших слушателей. Я немножко остановлюсь. Мы же с вами, ну, тошно было весь июнь и июль. Основной нарратив американской прессы был: ну вот, украинцы, конечно, жертвы агрессии, мы им сочувствуем, но они никогда не смогут победить русских, их наступление захлебывается, не отвечает ожиданиям. Давай, поэтому нужно переговоры вести в конце. Ну и те же самые модели прекращения огня. Какая-то часть территории остается в руках Путина, и это он продает своему глубинному народу как почетную ничью или даже некую победу, и остается у власти. Вот такая была концепция. Но вот после этих разоблачений вынуждены были измениться. Вот на последней неделе, я обращаю внимание, в крупнейших газетах, как республиканской, так и демократической партии, Wall Street Journal, ну, Wall Street Journal, во-первых, замечательная статья Болтона была просто атакующая вот эту концепцию Бернса и Салливана, которые стремятся не допустить победы країні, не допустити пораження Росії. Ну, республіканці, частина республіканців зараз буде активно, так би мовити, хапати за ляшки демократів, звинувачуючи їх напередодні президентських виборів. Так, це шанс для нас. Я погоджуюсь з вами. Прекрасний повод. Я вам обіцяю, зараз, бо Конгрес вернеться з канікул, там буде слушання, буде по поводу вот этих переговорів тайних з подачі Селлівана, переговорів Грэма в Москві. Так вот новый нарратив такой, что да, это наступление не приведет, конечно, эта фаза наступления не приведет к полному решению вопроса полного освобождения оккупированных территорий. И признать, потому что нет авиации, это признает «Нью-Йорк Таймс». Не потому что украинцы плохие. Ну, раньше-то был какой нарратив, читали. Мы им дали все необходимое. Помните эту фразу? Мы им дали все необходимое. Нет, сейчас говорят, это определенный переворот внутри американской администрации, потому что последние два месяца было полное доминирование группы вот любителей путинской власти. Сейчас они вынуждены отступать, и это большая победа украинской дипломатии и тех замечательных украинских штирлицев, которые достали эти протоколы этих приговоров и обнародовали их.